Сайт Rocket League Exchange. На этой площадке ты можешь покупать красивые предметы по самой низкой цене или же сравнивать цены различных вещей. Сайт предлагает богатый выбор самых популярных товаров, такие как декали черного рынка, крутые машины, четкие колеса, кредиты и многое другое. Быстрее залетай по моей ссылочке в описании к ролику и получи скидос. Всем здорова, пацаны, с вами как всегда Ксайл. Я пришел с улицы, меня покусали комары очень жестко, 60 комаров на меня напали, пока я тренировался. И в этот момент, когда я пришел домой, я узнал то, что у нас в Fast Furious добавилась какая-то тачка. Я на самом деле был удивлен, потому что, блин, сколько времени тачек не добавляли. Давайте посмотрим, она уже должна быть в этом шопе, пацаны. Да, Fast and Furious, новая тачка у нас. Офигеть, у нас Nissan Skyline вернулся, пацаны. Вау, вот это да. Ну давайте посмотрим на нашу новую тачку. Вот так вот она выглядит, называется Dodge Charger SRT Hellcat. Интересно. Интересно она выглядит. Давайте посмотрим на декали, которые присутствуют к этой тачке. Первая стандартная. Вторая вот такая у нас. Сзади получается вот здесь такие квадратики, прикольно. Третья тоже почти чистая, но это типа Stripes называется, такие полоски. А, так и написано Stripes. Но я, кстати, пацаны, не читал, я просто шарю. Так, вот это, ну тоже интересная, интересная декалька. Тоже неплохая декалька. И вот это, кстати, пацаны, очень классная декалька. Там написано что-то SRT Hellcat. Это как раз, походу, от вот этой тачки. И изображен... Напишите в комментариях, кто изображен. Тигр, лев, леопард, кто это вообще? Или это Ксайл, пацаны? Наверное, Ксайл. Так, декалька. Декалька первая отлично выглядит. Ну, такая уже добавлялась, кстати. Колеса смотрим. Колеса такие дефолтные. Я бы не сказал ничего необычного, короче. Давайте я зайду на основной аккаунт и куплю этот набор, потому что я, блин, перепутал аккаунты. Сейчас быстренько куплю. Итак, пацаны, я выражаю отдельный респект Мишке, который поверил мне, то, что я ему верну 270 кредов. Конечно же, я ему не верну, пацаны. Я его заскамил только что на 270 кредов. И все, пацаны, я его заскамил на 270 кредов. Я ему не верну кредиты. Вы что, прикалывались, пацаны? А теперь погнали к обзору. Поехали. Итак, ребят, теперь у меня ровно 1000 кредитов. Еще раз благодарю Мишку, который поверил мне, то, что я ему верну кредиты. Покупаем этот набор. Сразу забираем, одеваем. И можем выбрать декальку. Давайте не вот эту, и вот эту, да. Это пропускаем, это одеваем. Вот так вот у нас выглядит пресет. Погодите, белая? Она может быть белой? А, у меня же там все. Короче, пацаны, вот так вот выглядит тачка. Выглядит она вообще отлично. Реально суперски выглядит. Давайте посмотрим на вот эти все настроечки. Да, естественно, она в черном цвете быть не может, но вы можете здесь ставить вообще любой цвет. И также меняется вот этот задний фон, что прекрасно. Колеса я выбрал вот такие. Колеса выглядят нормально под эту тачку. Бусты можете менять, шапочки можете любые одевать, голы можете любые, в принципе, ставить. Все вы можете ставить, пацаны, кроме звука. Звук здесь от Dodge Charger Hellcat особенный. Это круто. В принципе, вот так вот выглядит у нас тачка. Пишите, пацаны, мне, кстати, если хотите купить кредиты или открыть трейд для того, чтобы купить потом Nissan Skyline, допустим, или какие-то еще Dodge тачки вам, возможно, понравились, вы хотите приобрести у меня кредиты. Да, у меня сейчас 0 кредитов, но по щелчку пальца у меня появятся кредиты, и вот так вот у нас все будет прекрасно, пацаны. Поэтому пишите мне, заходите на мой дискорд-сервер или пишите мне в ЛС. Дискорд-сервер по закрепленному комментарию, ссылочка там есть. Переходите обязательно, пацаны. И если вы хотите там покупать Dodge Charger или нет, если вы меня хотите спросить, то я, конечно же, скажу вам да, пацаны, в коллекцию. Любой вообще Dodge Charger, он пойдет. Я их еще покупал ранее, когда они еще не были в экзотическом варианте, когда они еще были серенькие, я их уже покупал. Сейчас я звук потише сделаю, потому что у меня слишком громко. И давайте я просто вам по ощущениям скажу. Ну, это Доминус, скорее всего, это не может быть Октан. Но напишите в комментариях, что это, если... Ну, для людей, которые не шарят, просто я сейчас уже не успею ничего сделать, потому что сейчас матч Лиги Чемпионов начинается. Кстати, пацаны, пишите, кто сегодня выиграет, Манчестер Сити или Реал Мадрид. Я болельщик Реал Мадрида, поэтому я верю в сливочных, то, что они сегодня победят. Прошлый матч закончился со счетом 1-1 в полуфинале первый матч. Поэтому сейчас будет полуфинал второй матч. Это как скрытый финал, потому что в финале уже играет Милан, который интерский. Короче, все, пацаны, вы не шарите, наверное, за футбол, поэтому всем удачи, всем пока, ставьте много лайков.